Всем привет, с вами канал Art Mania. И сегодня мы с вами пойдем в магазин Hof. Вот так выглядит улица, на улице холодно очень. Идет мелкий снежок. Вот он наш Hof. Небольшое здание, посмотрим какой магазин. Здесь уже к Новому году готовится, красивый очень. Игрушки новогодние, ёлочные, свечки. С блёстками вот есть сердечки, раньше таких не было. Оно плотненькое такое, мягкое. Разнообразные такие необычные елочные игрушки, блестящие, так блестят красиво. И цены, конечно, цены большие, завышенные. Очень много разнообразных игрушек. Белая елка даже. Елка зеленая в белом снегу. Разнообразие тоже сейчас елка появилась. Много народу гуляет. Здесь тоже паровозик такой блестящий. Такой красивый. Красивые очень игрушки. Как раз прям вешать на елку. Очень будет красиво. На какую-нибудь большую такую елку. Заснеженную. Цена 350 рублей. Елочка такая. Вся блестит, блестит, прям блестит. Магазин большой довольно, но не огромный. По размерам, наверное, как 1/4 часть Ашана. Там тоже разные игрушки. Все такие красивые. Там все-таки игрушки советских времен красивее. Они как-то больше домашние такие. Вспоминаешь с ними свое детство. Как праздновал Новый год в детстве. С родителями. За столом. Хорошие были времена. Лебедь. Такой золотой. Уже елочки. Такая, по-моему, одна штучка стоит рублей 500. Самим проще, наверное. Главное найти веточку елки искусственную. Цветы какие красивые. Научились наконец-то делать красоту. Хотя, конечно, все это можно дома самим сделать. Ага, даже 600 рублей она стоит. Ну, шишку можно на улице найти. Веточки с ягодками купить. Ну и елочку найти, конечно, веточки. Вот тоже веточки, какие-то пальмы интересные. Здесь тоже
ягодки какие-то. Тоже веточка на елке. Вот тут прям красивые такие ягодки заснеженные. Очень много всего интересного. Здесь у нас стеклянные бутылочки. Вазочки. Посуда. Так она казалась как в поезде. 500 рублей стоит. Наборчики маленькие с мышками. Теперь пойдут одни мышки. В прошлом году поросята. А теперь мышки. Деревянная посуда. Я уже купила, докупила, вернее, свой набор посуды. На него скоро будет тоже обзор. Здесь вот металлическая, интересная такая, симпатичная, красивая. И стаканы, и чашка там, и для сыпучих, для сахара или муки. Просто там для сыпучих такая прикольная. Тут деревянная посуда. Сырорезка. 1200. Черная посуда. Тапочки интересные. Тапочки-единорожки. Прикольно так. 1500. Мягкие такие. Хорошие. Красивые. Самое главное. Они там единственные, к сожалению, висят. Остальные просто тапочки. Здесь уже пошла и умывальники, духовые шкафы. Хотя, мне кажется, проще духовой шкаф купить именно в магазине техники. На него хотя бы будет действительно там гарантия. А здесь неизвестно. Ну, вроде там какая-то там есть гарантия. А в итоге скажут вам, мол, езжайте в Москву, там у нас сервисный центр, например. И повезете 30-килограммовый духовой шкаф. Ну, не знаю, кто их знает. Здесь всякие ароматные лепесточки, соли какие-то. Такие они прям ароматно пахнут. Давно мечтаю купить, но... Что-то все никак. Все сомневаюсь. Здесь цветы вдалеке. Красивые такие. Все такое красивое. Прям можно все скупить. И у себя дом красоту сделать. Слоники. Тут я уже на выходе. Такие интересные чемоданчики нашла, но заснять не успела. Народ сразу побежал. Все ходят туда-сюда, жалко, надо было походить.